Чувствуете, какая разница? Если вы верите в Бога, то в нем просыпается совесть, и он уже не может жить, как раньше с вами. Но нужна вера, понимаете? Вот и осталась самая малость, только поверить. Вот в этом заключается смысл человеческой жизни. Потому что веры не хватает. Чем больше веры, тем больше защиты. Мы на самом деле, вера у нас есть. Вопрос во что? Мы очень верим в работу свою, верим в семью, верим в детей, верим в свою квартиру. Это называется верить в свою судьбу, не в Бога. Значит, жизнь идет таким путем. Что заслужил, то и получил. Второй вариант — верить в Бога. Хотя бы чуть-чуть в жизни. Уделять этому время и силы. Во что ты веришь, тем ты и занимаешься. Как люди говорят: «Олег Геннадьевич, у меня нет времени на молитву». Хорошо. Сейчас проверим. Допустим, ты влюбился, и ты один, у тебя нет семьи. Время найдешь на свидание? Найдешь. Почему? Потому что ты в это веришь. Ты побежишь туда, сломя ноги и голову. Потому что ты в это веришь. Но в молитву ты не найдешь времени, потому что ты в это не веришь. Вот и все. Во что человек верит, на то он и находит время. Время подчиняется нашим желаниям, нашей вере. Вот и осталась самая малость. Если ты веришь в Бога, ты наполняешь этой силой, которая дает возможность сделать вот это вот. Для того, чтобы вот это сделать, то, что вы сейчас услышите, нужна сила просто, мои хорошие. А силы нет. Не униженно просить прощения, а достойно. И по-настоящему просить прощения, не бояться, что тебя не простят. Нужна сила для этого. Где ее взять? Только от Бога. У нас нет такой силы. Когда человек так просит прощения, невозможно не простить. А ты сильно просишь прощения, невозможно не простить. Или тоже парни говорят: что-то я не могу, вот девушки встречаются, а ну как бы замуж не хотят, а ты просто слабак. Ты возьми цветочек возьми просто, и вот так вот очень сильно подойди к девушке и скажи: это тебе. Она будет сопротивляться, скажет: так как бы. Нет, это тебе. Мне сразу поменяется понимание вещей тут же. Ну, парни все... Нет силы. Потому что с Богом не связан человек. Как он может вот так раз и цветочек девушки? Она не знает, то ли хочет она брать его, то ли нет, а он дает ей все равно. И она думает: сильный человек. Все это вызывает веру сразу. Или у кого-то сомнения, девушки, есть того, что я сказал? Кто сомневается, поднимите руку. Что, никто не поднимет руку? Я могу сейчас пронести, показать. Нет, сейчас уже не надо поднимать. Уже поздно. В следующий раз. Спасибо вам большое. То есть, видите, как бы нужно вот к этому стремиться, что нужно понять вот это, нужно глубоко понять, что такое жизнь. Часто мы думаем, что жизнь означает, надо больше работать, больше там трудиться, больше стараться, и тогда будет больше возможностей. Понимаете, это хорошо, трудиться и стараться, это нормально, но для этого нужны силы. Допустим, два человека бежит 100-метровку, кто-то побеждает, а кто-то нет. Они оба старались, оба трудились, оба тренировались. Нет, чтобы кто-то меньше тренировался. Оба хорошо тренировались. У одного больше силы, у другого меньше. Все. Силу дает Бог. Есть сила, есть победа. Нет силы, нет победы.
Поэтому главное, что человек должен в своей жизни, он учиться, копить силу должен, чтобы потом хорошо отдать. Насколько на это нужно время? Хорошо, давайте изучать. Я сегодня 2,5 часа делал неподвижные упражнения и молился одновременно. Когда человек не двигается, у него молитва сильнее идет. И у меня в это время омолаживалось тело, очищался организм. Я слушал голос наставника и молился вместе с ним. У меня орошалось сердце внутри. Потом меня с утра повезли на природу. Я там покупался в речке. Потом молитва. Потом я помогал своим пациентам, работал. Потом опять в речке покупался и приехал лекцию читать. Когда я купался в речке, я думал о природе. Желал всем счастья. Думаете, у меня нет столько времени. Но все зависит от того, на что вы настроены в жизни. Если вы готовы верить в то, что это нужно, то вы найдете время. Может быть, не сразу, а потом постепенно перепланируете свою жизнь. Но люди в основном верят в развлечения. Например, я, например, не смотрю никакие фильмы и не смотрю вообще телевизор. Это же занимает очень много времени, или компьютер, там, компьютерные игры. Понимаете, мы очень много времени тратим на отдых по-любому. Но это не отдых, если я просто смотрю кино. Для того, чтобы восстанавливаться, нужно силы отдавать и брать. И нужно совершать аскезу, чтобы йогой заняться. Это не то, что я не могу, а Олег Геннадьевич может. Я тоже не могу, мне тоже тяжело. Но это делаю, потому что я знаю, что это даст плоды. Это для счастья делаю. Представьте, не двигаться, вот каждое упражнение 30 минут не двигаться. Это же очень тяжело. Там поза свечи 30 минут не двигаться. Очень тяжело. Но это омолаживает тело. И в это время очень глубоко молитва в сердце проникает из-за аскезы. Концентрация возрастает, внимание, многократно. Не то, что вам надо сразу вот так делать, но постепенно хотя бы. У меня один знакомый, у него произошел микроинсульт, потому что он перелетел ночью, ночной перелет делал. И все ему пишут в чате у нас общение, они говорят: не надо ночью летать, никаких ночных перелетов, иначе точно будет микроинсульт. А я написал, для того, чтобы не было микроинсульта, иногда бывает, что ты ночью летишь, ничего не сделаешь. Я летаю в год, облетаю Землю полностью, ну так, если считать. Не меньше 40 тысяч километров пролетаю в год. И иногда ночью летаю, но микроинсультов нет, потому что я пытаюсь совершать аскезы. Вот завтра, допустим, 8-10 километров пробегу, и нормально, будет возможность жить дальше. И это всего час занимает времени, не так много. Понимаете, вот это называется возможность побеждать судьбу. Но если ты думаешь, что ты можешь от себя защитить от жизни, иногда придется ночью летать, ничего не сделаешь. Если у тебя резерв здоровья слабый, тогда, конечно, у тебя что-то будет с тобой во время такого перелета. Но если ты живешь правильной жизнью, потому что когда человек совершает аскезу, он контактирует с природой, наполняется через аскезу, ты любишь, ты не просто бежишь. Некоторые, знаете, бегают таким кирпичным лицом. Ничем такой человек не наполняется. Нужно всех любить, нужно радоваться. Когда человек двигается, аскезу совершает, он орошается природой и людьми вокруг. Холодная вода дает вот эти силы, орошает человека.